полевой город на базе АО «Луч». Вносим почвенные гербициды в наших опытных делянках. Скорость ветра 1,7, колеблется в норме, 25 градусов, вечер. При внесении почвенного гербицида используем распылители компании Сингента 3D, расположены в шахматном порядке, как вы видите. Расход рабочей жидкости 200 литров на гектар. Достаточно оптимальный для почвенника. Данные форсунки являются щелевыми, дают оптимальный размер капли для равномерного нанесения почвенного гербицида на целевой объект. Если посмотреть на современный опрыскиватель изнутри, то он уже больше похож на самолет. Большой объем различных компьютеров, контроля вылива, навигация, подруливающее устройство. На данной площади расположены опыты по сое. Сейчас готовимся наносить почвенный гербицид. Будем сравнивать Garda Gold, его эффективность, и Dual с Гизагардом. Как вы помните, также у нас различаются опыты по посеву, типу посева. Сплошной и широкорядный. Посмотрим, как работают почвенники на различных способах посева. На полевом городе мы также подготовили большой эксперимент. Заключается он в том, что будем вложить почвенник на различные почвенные условия, то есть комковатость и пожневные остатки. Будем смотреть, как будет работать в этих условиях почвенник в наших делянках. Также еще будет одна небольшая делянка, где мы будем нарушать через 15 дней почвенный экран.